Вот он, наш прекрасный мопед. Это мотоцикл вообще-то. Боксер. О, это не боксер, бажаж. Это бажаж. Или, как сказали бы тайцы, баджач. Давай я покажу детальнее, что это такое. Вот такой странный мотоцикл, одноцилиндровый, как вы видите, воздушного охлаждения, с киком, электростартера нет. А тормоза, такая длинная дебильная палка. Естественно, тормоза барабанные. Барабанные задние, это еще полбеды. Но тормоза барабанные и передние. То есть совершенно технический мотоцикл, ну, такое себе. А еще прикольно то, что здесь вот такая вот лапка переключения передач. Самая верхняя — это нейтраль. И потом первая, вторая, третья, четвертая. Четырехступенчатая коробка передач и обратно. Четвертая, третья, вторая, первая. У меня так в моей спортивной Honda Fireblade в гоночной передаче у меня реверсивные были, они переключались так же, как здесь. Когда ты разгоняешься, вниз, 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 а потом на торможении, вверх, вверх, вверх. Чувствуется гоночный характер, и прикольнее то, что мне не нужно было привыкать к другому. Поехали, я вам сейчас расскажу дальше про сие чудо. Здесь, на удивление, большой бак и очень смешная приборная панель. Ну, спидометр понятно, одометр понятно, а вот здесь сбоку такой колодец, который вообще не информативный, просто дань моде. Поворотники никаким нажатием не выключаются. Центральное положение, остальным я еще не пользовался. Вот. А еще здесь прикольно, в Кении нету понятия кубических сантиметров мотора. У них все меряется в лошадиных силах. То есть, когда они меня спросили, вам немного будет 100 лошадиных сил, я сказал, 100 нормально, не проблема. Так вот, 100 лошадиных сил, 100 horsepower, это 1 сотня кубических сантиметров. И в Кении, где бы вы ни брали мотоцикл в аренду и куда угодно, у вас везде будет 100 horsepower. Это значит 100 кубических сантиметров, но не лошадиных сил. Вот такая странная Кения. А пока погнали. Сейчас поют и играют на барабанах. Какие тут местные самородки. Это они просто тренируются. Как он сказал, just practice. Ну что, друзья, адова машина в действии. Давай, погнали. Приехали на Такаургу. Мы уже здесь были. Мы когда-то здесь летали дроном и показывали, как здесь красиво. Сильно долго мы здесь не будем, поедем дальше. А еще здесь прикольно. Вот растения. И вот эти растения в какую-то точечку. Красивые. Ну, как обычно, все что пятнисто, я бы руками не трогал.
Такое изрезанное красивое побережье. Сейчас мы повернули на дорогу, которая идет непосредственно к Бот-Ярду. Другого подъезда нет. Есть всего две дороги, одна с воды, одна с земли. Так вот, сейчас мы едем по той дороге, которая с земли, как вы понимаете. А еще я хотел рассказать про вот этот прекрасный мотоцикл. То есть более отстойной техники, наверное, найти тяжело. То есть для людей, которые собираются арендовать где-нибудь там в Индии, на Шри-Ланке или еще где-то бажаж, знаете, этот мотоцикл, который даже в горку не едет. Если вы с пассажиром, то если хорошая горка, особенно там вот такая оффроудная, то вы слазите с мотоцикла, причем слазит с мотоцикла даже водитель, и начинаете газовать на полный газ, и он медленно едет себе в горку. И это с учетом того, что это новый мотоцикл. А если мотоцикл старый, ушатанный, можете себе представить, что вас ждет впереди. Короче, бажаж 100 лошадиных сил – это адский кошмар. Короче, почти 3 километра вот такой дороги. А еще на этом мотоцикле сидушка сделана так, что вы сидите все время на копчике. И даже 15-минутный тур – это достаточно хорошее испытание, как говорят на суахили, для вашей пунды. Я думаю, вы догадаетесь, что значит пунда на суахили. О, мама мия, моя пунда.